Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем обозревать большой-большой шоколадный подарок, который мне подарили. Это фирма Патрик Роше, или как там его называется? Как он там называется-то, я, блин, не помню. Тут коробочка пустая, короче, да? Тут была елка, я ее уже съела. Не дотерпела, извините. Некоторые конфетки я уже начала, но это ничего, потому что я вам их все равно покажу. Здесь несколько плиток шоколада. Давайте посмотрим, какие плитки шоколада тут есть. Белый шоколад. Потом Танзания, 75% темного шоколада. Эквадор, 75% темного шоколада. Коста-Рика, 70% темного шоколада. Сан-Томе, 75% темного шоколада. Колумбия, 72% темного шоколада. Эквадор, 75% темного шоколада. Мадагаскар, 65% темного шоколада. Плитка шоколада выглядит, сейчас я вскрою какую-нибудь, выглядит вот так. Сами коробочки металлические. Хотела пошутить, но не придумала шутку. Шоколад очень вкусный, прям реально вкусный. Там что-то кислее, что-то слаще, что-то более горькое. Давайте, кстати, еще посмотрим плитку белого шоколада. Вот, плитка белого шоколада выглядит вот так. Тоже очень стильно и красиво. Блин, кто-нибудь заплатил бы мне за это, за рекламу. Вот, тут, короче, тоже были конфеты, видите, да? Так, оп, открываешь, тут были конфеты. Но... Господи, зачем я такие длинные ногти отрастила? Если копнуть поглубже и еще глубже, то мы увидим, что вторые конфеты тут перевернуты. Че они перевернуты? Короче говоря, это полусферы. Они кисленькие. Внутри у них кисленькая начинка, очень вкусная. Далее у нас есть вот такая вот коробочка. И что в ней находится? А что в ней находится? Дед Мороз. Внутри у него орешки. Орешки миндаля, обваленные в какао. И он стоит на платформе шоколадной, на которой тоже написано Патрик Роше. А вот здесь у нас находится что? Тут у нас находится елка. Нет, это не елка, это, походу, коричневый дед. Просто коричневый дед. Он такой же, но не крашеный. Далее у нас идет еще несколько плиток шоколада. Куда столько шоколада? Гренада 65%, я не помню, есть, говорила я или нет. Коста-Рика. Далее у нас идет что-то просто огроменное. И это нечто огроменное. Это елка. И вот такая вот у нас елка в молочном шоколаде. Это орехи грецкие, по-моему, в молочном шоколаде. Там еще апельсин и пудра сверху, имитирующая снег, и миндаль. Захотелось на нее дунуть так, чтобы все было в этой сахарной пудре. Я одну такую маленькую, как я уже говорила, съела. Она была очень вкусной, прям очень вкусной. Я думаю, эту елку... Я съем в ближайшее время. Ну, в общем, я прикинула, и походу тут шоколада 1100. Потому что если зайти на сайт Патрика Роше, там, ну, цены в евро. Вот. Класс. Хороший подарок. Спасибо. Лучше бы, правда, отдали деньгами. Но это как бы тоже классно. Я люблю шоколад. Блин, если вы такой же богатый подписчик, как тот, который мне подарил шоколад, лучше отправляйте деньгами, типа донатьте там на Бусти, подписывайтесь. Заходите в телеграм-канал! На этом я с вами попрощаюсь.
пойду есть елку. Всем хорошего настроения и вот, чтобы вам тоже дарили такие подарки. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока!